В Самаре в 2019 году преобразились 4 общественных пространства. Сквер у храма Кирилла и Мефодия, бульвар Металлургов, сквер Фадеева и Крымская площадь. Эти территории жители Самары выбрали в марте на рейтинговом голосовании. Подрядчики с работами справились по графику и в соответствии с планом работ, согласованным с жителями. В скверах появились беговые дорожки и мягкие покрытия на детских площадках, которые требуют бережного ухода. К зимнему содержанию этих территорий готовят современную универсальную технику. Обслуживать скверы будут специалисты спецремстрой Зеленхоза. Будет приобретено 2 единицы техники, многофункциональная малогабаритная техника, всесезонная. Это и летние операции, влажная уборка, пылесос и также и зимние операции. И как сказал руководитель департамента, наши проекты на всероссийском конкурсе заняли первое место. Это очень отрадно и большой комплимент, наверное, тем, кто исполнял эти обязательства. Представители департамента городского хозяйства и районных администраций рассказали и о подключении тепла в Самаре. К работе в полном объеме запущены все городские котельные. Подготовлено 283 тепловых пункта. Летом переложили трубы на 15 участках. Чтобы тепло в здание подавалось с максимальной эффективностью, депутаты городской думы предлагают проверить, на всех ли тепловых узлах, расположенных на чердаках, есть теплоизоляция. В этой связи предложение, чтобы при проведении подготовки, то есть паспортизации того или иного здания, так сказать, помимо управляющей компании, которая взаимодействует с поставщиками, включить в этот акт либо председателя многоквартирного дома, либо управляющего микрорайоном. И мы, в свою очередь, депутаты, готовы оказать свое содействие. Обсудили на заседании подготовку техники и дворников к зиме. Во всех районах города готовность превышает 90%. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.